Привет, ребята! Вы на канале Лайкива Плюс. И сегодня у нас задушевная беседа с Евой. Да. Я колдун и беру интервью у Евы. Приветик! Привет, Ева! Привет! Смотрела твое видео, где ты превращаешься в медузу. Называется «Страшные слоны Евы». А в комментариях твои подписчики пишут, задают вопрос, как ты это видео сделал, в какой программе. Можешь рассказать? Ну, конечно, могу. Ну, давай посмотрим, как ты под водой плавал с большими рыбами. Посмотрим? Очень интересно. И теперь мне все время хочется летать в облаках или плавать под водой. Потому что видео получалось замечательно сначала. Отдельно я снималась возле хромакея. У нас синий хромакей. Показать? Конечно. Вот, смотрите. А как? Да, именно так и было. Итак, записались на хромакеи. Потом нашли видео подводного царства. Фотку старого большого корабля. И музыкальное оформление. Ну, звуки прибоя. И красивую медленную музыку. Потом мы открыли программу. Sony Vegas. Загрузили все эти видео. Смонтировали, записали и выложили на канал Лайк Ева Плюс. Спасибо за интересное интервью. Пока-пока! Спасибо за интервью. Не за что, я рада показывать. Ну вот и закончилось наше интервью. Желаю всем доброго дня и хорошего настроения. Пока-пока!